Այս հայտարարությունը իրարանցում է առաջացրել Ադրբեջանում։ Լրագրող Ոսկան Սարգսյանի գրառումը։ Մեծ սկանդալ Ադրբեջանում։ Ադրբեջանում մեծ սկանդալ է 2020 թվականի հուլիսի 14-ին Տավուշի եւ Ադրբեջանի Թովուզի շրջանում սահմանային կռիվներում սպանված հետմահու Ադրբեջանի ազգային հերոսի կոչման արժանացած գեներալ-մայոր Ֆոլադ Հաշիմովի մայրը հայտարարել է, որ իր որդուն սպանել է Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վելիևը։ Շատ ադրբեջանցիների դուր չի եկել Ֆոլադ Հաշիմովի մոր հայտարարությունը։ Աղբյուրը Ոսկան Սարգսյան։ Предложение это состоит в следующем. Мы понимаем, что как только будут открыты границы и будут сняты ограничения на перемещение людей, возможен серьезный исход граждан Армении и Арцаха в разные страны. В Россию, в Европу, в Соединенные Штаты. Немногие, но часть людей точно захотят уехать. Для того, чтобы нам с вами сохранить хотя бы остатки демографического потенциала, для того, чтобы нам с вами сохранить людей, которые хотят жить в Арцахе, хотят растить своих детей у себя дома, на родине предков, я предлагаю следующее. Давайте введем ежемесячные гарантированные выплаты сроком 1 год. Каждая семья арцахская, каждый ребенок в возрасте до 18 лет, вне зависимости от половой принадлежности, будет, например, получать по $250 ежемесячно, гарантированно от государства в течение года. И таким образом мы просто поддержим, в первую очередь, людей, которые остались жить в Арцахе. Мы поддержим семьи, которые лишились крова, которые могли бы материально восстановить, хотя бы частично восстановить свое положение. За счет каких средств я предлагаю это сделать? Все очень просто. Казначейство армянское, либо Центральный банк могут выпустить долговые обязательства, которые купит армянская диаспора по всему миру. То есть это обеспечит приток денег и в экономику Арцаха, и в экономику Армении. Почему? Потому что люди, которые будут ежемесячно получать, например, вот у семьи есть 2 детей, они на свою семью уже получат $500 в месяц. Эти деньги они потратят, ну, предположим, на еду, либо на обустройство дома. Они же купят это где-то, на рынке купят, в магазине купят. То есть это подстегнет экономику Арцаха и экономику Армении. Она ее поддержит. Потому что после войны у людей нет денег. И это мера, которая в среднесрочной перспективе могла бы быть действительно действенной, эффективной. Она бы реально поддержала бы людей. И мы бы заодно протестировали бы эту модель. То, что я вам сейчас обрисовал, это на научном языке называется безусловный базовый доход. А потом мы могли бы ту же самую модель этого безусловного базового дохода реализовать в Армении. То есть мы целый год бы протестировали, поняли бы, как это сказывается на экономике, на хозяйстве, на показателях. Ведь в конечном итоге те деньги, которые будут потрачены внутри Арцаха, они же частично через налоги вернутся к государству, которое потом те же самые налоги может потратить на образование, на инфраструктуру и так далее. То есть давайте попробуем, давайте это сделаем, протестируем, и дальше будем экстраполировать этот опыт на другие страны. Я думаю, что кроме этой модели, вот краткосрочно, мы ничего сделать не сможем, потому что прежде чем внедрять какие-то элементы планирования, запланировать какие-то заводы, производства, это все время, это займет годы. А людям нужно жить здесь и сейчас. Людям нужно кормить семьи, обустраивать свой дом. И вот эта мера, на мой взгляд, она бы помогла нашему народу в Арцахе. Я считаю, что нужно в первую очередь Пашиняну уйти в отставку и заморозить процесс всех переговоров. Это на самом деле было бы с его стороны неким самопожертвованием,
потому что власть является для него инструментом самозащиты, то есть физической защиты. Но если он хотя бы раз подумает об общем благе, он бы ушел в отставку, и мы получили бы хотя бы год возможностей, времени на то, чтобы подготовиться к предстоящей войне. К сожалению, она неизбежна. Никакие переговоры в нынешней ситуации не могут быть благоприятными для Армении, потому что от Армении будут ждать только сдачи территории. Если Армения на дипломатическом фронте может довольно быстро заключить с Ираном военное соглашение, заручиться поддержкой Соединенных Штатов, что возможно, потому что Байден в переговорах с Си Цзиньпином, он будет в любом случае пытаться обменять некие политические вопросы, связанные с Ираном, на торговые интересы американских компаний. То есть Байден, в принципе, поддержал бы сейчас усиление Ирана на армянском направлении. И тогда уже с более усиленными позициями мы начали бы процесс восстановления своих позиций. Но, повторюсь, в нынешней ситуации вести какие бы то ни было переговоры, тем более после недавней агрессии, это заведомо проигрышный вариант. То есть, по-вашему, еще одна большая война неизбежна? Она неизбежна, потому что война-то не остановилась, просто она ведется в таком ползучем варианте. И за это должны нести ответственность те политики, которые подписали позорное предательское соглашение от 9 ноября. Потому что не было никаких военно-политических предпосылок того, что бакинский мини-султанат захватит Карвачал. Не было таких предпосылок. Они там ни на йоту не продвинулись. Зачем Кремль и Пашинян сдали, торопились сдать части Арцах, тем самым оголив Армению? Ведь сегодня именно из-за сдачи Карвачара мы получаем ту неблагоприятную ситуацию. И эта ползучая экспансия, она, безусловно, продолжится. Это тоже война, которая на самом деле более опасна, потому что народ психологически к ней уже особо не готов, он уже не воспринимает ее как войну, потому что день повоевали, остановились, а завтра он еще раз нападет, еще день повоюет и уже перекроет трассу М2. И мы уже с вами на машине, например, в Гюмри не сможем поехать, понимаете? И это тоже очень опасная ситуация. Но в любом случае дипломатически решить Нагорно-Карабахский вопрос, вопрос сохранения Армении будет уже невозможно. Так что война в любом случае неизбежна. Спасибо, Саркис, за интересную беседу.